А теперь к новостям спорта. В Славянске на Кубани завершились краевые соревнования по легкой атлетике. В копилке славянских спортсменов 5 медалей, 3 из которых золотые. С подробностями мои коллеги. В Центре спортивной подготовки «Олимпиец» прошло лично командное первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения. И не первый год местом его проведения выбирают Славянский район, материально-техническая база которого позволяет проводить турниры самого разного уровня. Команды из других районов всегда отмечают высокий уровень организации соревнований. В манеже созданы все условия, чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои самые лучшие результаты, что они и делают. Я очень люблю Славянск на Кубани. Я очень люблю этот манеж, потому что здесь у меня еще Аня Мисяченко была победительницей Кубка губернатора. То есть это вот место, где просто творятся прекрасные рекорды, результаты и растут будущие чемпионы. Для команды из Павловского района, в ее составе было 7 спортсменов, первенство прошло достаточно успешно. В прыжках в высоту среди мужчин удалось установить личный рекорд. В прыжках в длину среди женщин завоевать первое место. Сегодня на соревнованиях я напрыгала свой личный рекорд, это 5.45. До этого у меня была личка 5.36, поэтому я очень рада. На 10 сантиметров это отлично, я думаю. Соревнования проходили в течение 2 дней. В них в общей сложности приняли участие свыше 500 спортсменов из 28 районов края. Соревнования проходили в 8 видах. Бег на различные дистанции, прыжки в длину, высоту и шестом, а также толкание ядра. Команду Славянского района представляли воспитанники детско-юношеских спортивных школ имени Владимира Симоненко и спортшколы номер 1 имени Станислава Шевченко. Это мои не первые соревнования. Я уже прыгала. Сейчас я выиграла с результатом 2.90. Вот. Но я довольна, в принципе. Я не знаю, но первый раз получила такое. К победе спортсменку привел ее тренер, заслуженный мастер спорта Александр Грипич. В этом первенстве выступало 4 его подопечных, и все показали отличные результаты. А Маргарита Мисюра установила и личный рекорд, что позволило ей подняться на пьедестал почета. Соперники достаточно серьезные, то есть за первое место пришлось побороться, и девочки показали одинаковый результат. Единственная разница, что наша девочка прыгнула на одну попытку раньше в высоту. Поэтому она заняла первое место. А так борьба шла прям впритык. На первенстве края славянские легкоатлеты показали хорошие результаты. Сборная района в общекомандном зачете заняла 3-е место. Всего в копилке наших наград 5 медалей, 3 из которых золотые. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».